сети вылезли. Все, будь 10 раз аккуратнее на дороге. Или девушки, купившие права. Или мужики, купившие права. Не знаю, он сел за руль. Зачем он сел за руль? Хрен его знает. То ли ехать, то ли музыку слушать. Мужчины купили права, а девушки приняли в подарок. Да-да-да. Говорит, дайте права, как же я могу подарок отдавать гаёвому какому-то, да? Это подарок моего любимого на день рождения. Привет уральским пельменям. Замечательно. Многих из депрессника выводят. Комментарии читаю про уральские пельмени. Да, как будто вот домашние такие, домашний театр. Как члены семьи этих же уральских пельменей. Юмор добрый, хороший, нормальный, житейский, и критика хорошая у них этого всего. Как школьник в первый класс идет, и рюкзак 80 килограмм весит. А что это? Квантовая физика. Ты хочешь сказать, что они, говорит, за один день проходят в школу курс 10-летнего обучения, а жена говорит, да нет. Говорит, это раскраски, квантовая физика, термех, теория механизмов, сопромат, это все в раскрасках. Круто.